Финал 21-й конференции научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» прошел сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова. О темах исследований конкурсантов Ольга Пырочкина. Физика, химия, биология, искусствоведение, медицинские науки. Всего 11 направлений со своими секциями и подсекциями. В этом году на отборочный тур конференции «Юность Большой Волги» подали 400 работ из Чувашии и Оренбургской области. В финал вышли 289 самых лучших по итогам конференции образовательных организаций и второго отборочного этапа рецензирования. Доклады финалистов всех направлений начинаются одновременно. Выбрать одно оказывается сложно. Однако на секции «Чувашия. Культурное наследие» наша съемочная группа замечает среди участников сотрудника Национального радио Алексея Александрова. Решаем остаться здесь. Алексей учится на факультете русской и чувашской филологии и журналистики и параллельно в музыкальном училище. В своей работе он изучал разные шаблоны плача и невесты. Это особый песенный фольклорный жанр. Один из периодов старинного свадебного обряда. В своей работе я исследую более 80 образцов плача и невесты, записанных среди среднезовых и низовых Чувашей, и выстраиваю некий единый шаблон, который позволял этим плачам существовать долгое время. И буквально в последние 70 лет они вышли из постоянного бытования. Но моя научная работа как раз-таки показывает, насколько эти плачи уникальны, насколько они интересны и содержат в себе чрезвычайно богатый мифологический фольклорный материал. Участницы этого же направления, студентки Чебоксарского художественного училища, фантазировали на тему костюма амазонок. Их работа о применении техники ткачества. Делаем сами все эскизы и сами потом выполняем эти костюмы. За годы существования фестиваля члены жюри рассмотрели более 14 тысяч научных работ. Свои исследования представили около 17 тысяч человек. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Бахтияр Велиев, Республика.